Прибывает вода. Прибывает потихоньку. Лед начинает ломаться. Трескаться. Сейчас пойдет. На той стороне, на том берегу уже довольно-таки активно идет. О, как зашумел. О, вон оно, движение началось. Ура! Наконец-то! О, начинает вздыматься, начинает расплываться, вздыматься. Я не думаю, что он прям сейчас пойдет прям, ну хотя кто его знает. Блин, самое главное, чтобы там не затопило, чтоб я отсюда вышел потом, иначе вертолет придется вызывать. Но, по всей видимости, там будет затоплять, поэтому мне вон как вода хлынула. Надо мне быстрее, наверное, туда идти. Там место просто низкое есть, где вода может перелиться. Чтобы эту поляну не затопило вместе со мной, надо быстрее. Впервые в жизни такое вижу, если честно. Самое начало ледохода. Как он шумит классно. Ну ладно, все, я пошел. Ну все, отошел на безопасное, так скажем, место. Я чего опасался? Я опасался, что вода, но она сейчас поднимается. Вот она уже вот до сюда доходит. Вот, если бы она вот здесь через край полилась и туда, возникла бы тут река, я бы вон там заперти оказался. Ну, на острове, можно сказать. Вот, и мне пришлось туда вертолетом эвакуировать. Ну, скорее сейчас минут через час она подымется и перельется. Потому что сейчас ледяные заторы будут образовываться. Вон он наползает, лед наползает. Здесь вот уже как очистилось все. Ну, сейчас, скорее всего, эта льдина пойдет вот сюда. К этому берегу и будет этот берег выпахивать. Вот здесь уже начинаются такие процессы. Пока остановился что-то